О спорте. Красные крылья на своем паркете обыграли румынский клуб «Газметан» в матче топ-16 Кубка вызова. Счет 78-60, хотя болельщикам пришлось понервничать. Две первые десятиминутки закончились явным преимуществом гостей, однако волжане собрались силами и в третьей четверти совершили рывок. Самым результативным игроком по итогам матча стал Михаил Игнерский, набравший 18 очков и сделавший 7 подборов. Филипп Веденов заработал 16 очков, в активе Виктора Кейра 14 очков. Димитрис Николс остановился в шаге от дабл-дабла. 10 очков и 9 подборов. Ларри О'Беннон набрал 10 очков, а Аарон Майлз к набранным 6 очкам добавил 13 передач.